Ежегодно Дворец угольщиков принимает фестиваль КВН на Кубок главы администрации городского округа город Кумертау. Этот год не стал исключением. Сегодня будут участвовать 3 команды. А пока зрители занимают свои места, мы отправимся за кулисы и понаблюдаем за настроением и готовностью ребят рассмешить зал своим искрометным юмором. Настроение? Отличное перед выступлением. Что сегодня готов показать? Трэш. Ну а поподробнее? Сегодня все, что мы готовы показать, мы покажем вот-вот-вот. Все свое настроение перед игрой. Отлично. Потрясающе. Хорошо. На что на сегодня настроены? На позитив, да. Помочь своей команде, настроение. КПК. Угу. Мы полностью готовы, мы настроены уверенно, решительно. У нас все, ну все готово. Единственное, что вот есть, конечно, волнение, но как же без этого, как бы, оно придает такой стимул, чтобы работать, делать лучше. Ну и, конечно, соперники сегодня хорошие. У нас будет по ГОСТу и отдел кадров, не знаю, не помню, как они называются, но главное горный и ОГУ. Мы готовы с ними соревноваться. Александр, скажите свое настроение. Я вот спросил уже у команд, у участников команд. У них настроение боевое. Как у вас? Настроение прям шикарное. Я готов рвать и метать эту публику, настраивать ее только на смех, улыбки, позитив. В общем, сегодня все пройдет. Я надеюсь, замечательно, команды будут веселить не только меня, но и зрителей. И получат максимум от этого вечера. Настрой у всех КВНщиков боевой, значит, за игру можно было не беспокоиться. И наши ожидания подтвердились. В год российского кино тема игры посвящена всем аспектам кинематографа. На сцене Дуслыка в творческом поединке встретились команды по ГОСТу, Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета, КПК, Кумертауский педагогический университет и кадры Горный колледж. С первой шутки КВНщики заставили зал громко смеяться. Фестиваль начался с традиционного для КВН конкурса «Приветствие». На него командам давалось 5 минут. За это время они должны показать все самое лучшее. Итак, представьте, если бы в Кумертау открыли башкирское карате. И сядьмесис. Итак, егендляр, первое наше упражнение будет на реакцию. Повторяйте за мной. Батэш! 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 Закончили с батэш. Девушка решила перейти на здоровое питание, но ее парень от этого слегка не в восторге. Я тебя бил? Нет. Может, я тебе внимания мало уделял? Нет. Тогда за что мне это наказание? Ну, Денис, ну да, сплошные витамины. Мы что, в детском саду витамины кушать? Ты никогда не одобрял мои начинания. Я занималась йогой. Я тебя спонсировал. Я делала маникюр. Я фотографировал. Я варила мыло. Я не смеялся. Так, я уезжаю же к маме. Никуда ехать не надо. Так, ты чем мужа? Второй заключительный этап – видеоконкурс. Команды представили на суд зрителям и членам жюри отрезок мультфильма, где за кадровым голосом КВНщики оригинально и смешно озвучивали. Хотя в рубль поиграем. Кто это в рубль поиграем? Ну вот смотри, я буду рублем. Бам. 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 Фили, с тобой все в порядке? Да все нормально со мной, не беспокойся. Меня еще на хлеб с маслом хватит. Шутка за шуткой. Путешествие по Союзмультфильму длилось около часа. И как итог обсуждения жюри и присвоения номинации. После долгого обсуждения в номинации лучший антидепрессант стала команда Горного колледжа кадры. Необычное в привычном показала команда КПК. Ну а генератором смеха стала команда АГУ по ГОСТу. Победителями в номинации «Лучшая мужская роль» стал Раян Исанбаев, а «Лучшая женская роль» – Александра Конева. Юмор в нашей жизни вызывает смех, улыбку и радость. И как мы сегодня убедились, огромную армию КВНского движения готовы пополнить молодые, веселые, находчивые кумертауствы.